Вороная стойка, изначально раз, дальше разножку делаем любую ногами, два, и подключаем потом удар руками, три. Прослеживаем за стойкой, и все повторяют. Давай, первый. Макс, Андертейл. Узенько, Артем. Руки надо бросать, Коля, они тянут. Шляп сними. Ну, может, я один в жилетке хожу? Да, на ногах жилетки. Что ты с боком делаешь? Надо же масло быть. Так, я имел в виду вот что. Вот. Если ты упражнение показываешь лицом сверху, делаешь так. Ну, я это имел в виду бок. А тут, короче, удары, как вчера делаю, переходишь. Давид, ну что, то упражнение будешь делать? Что ты его в третий раз уже делаешь? Снова, давай. Как ты пять упражнений тогда? Стоп! Еще раз, внимательно послушать. Собранная стойка сразу, раз. Включаешь разножку ногами, два. И третья, получаешь руки, три. Вот. Быстрее ногами перебирай. А тут удары бьет на теле, вижу. Ты слова не понимаешь? Смотри на одном. Это нам уже тут не знает, покажет. Сейчас узнает, сейчас будет 25, потом 40, и там третье упражнение за карты. Все узнает, ты что, узнаешь и 40. Руки собраны. Руки держи, глаза держи. Разлеживайте партнера с собранной стойки, да. И подожди. Отжали Степьякову, Башмана Николай. Это раскрытую стойку. А ты показывай. Добро. Собранная ручка. И удары резко, когда будет. Низкая рука, упреждение. Пятая, последняя тоже. Давай. Давай. Это упражнение выйти, верни назад. То есть делать нормально другое. Что это такое другое? Каждую пленочку надо. Да нет, ну что ты какой-то стреконожкой. Ты козел какой-то. Сейчас будет соточка отжиманий, что ты же не знаешь. Их миллион упражнений. Не надо смотреть на кого, сам думай, у тебя миллион упражнений. Дело. Молодец, вот рассказывай, будь здесь горуй. Длиннее удары, блин, удары. Попадает стойки, не спеши никуда. Что тянешь руки, объясни. Все, Ваня второй. Нормально, давай, красиво. Берешь, 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 береш
Не так не сделать, просто координация, ну сам, давай, двигайся просто, оно все нормально. Давид, вернись назад. Не то, ты даже смотри, что делать. Глаза подними, стой. Глаза подними, раз. Давид, я тебе говорю. Стойку стань, два. Начинаешь ногами делать. Глаза подними. А ноги на автомате надо выполнять. Видишь, ей понесло. 25 нажиманий. На вас. Стойку? Да. Сейчас тренера не будет у тебя на сборе. Держи руки ниже, там щелки там стоят. Опа. Отпустили на 9-ю парту. Да. Давид, ты же не то делаешь, посмотри, посмотри за вами, за ногами сначала, вернись назад. Да. Посмотри, нога выходит вперед. Ты заднюю ногу в клетку заводишь, а переднюю выводишь. Что это за долг? Где это применяется?
Я являюсь же суфлером. Что такое суфлер? Нет. Артем, кто такой суфлер? Суфлер – это человек, который подсказывает. И где он находится, где это, где его работа? В команде. Какой? Ну, конкретно, в нашей. Ну, это первое слово «Анна», а второе группа. Я знаю. Ну, правильно? Это я знаю. В театре суфлер сидит в специальной куртке такой. Он этот самый, сзади не видно, что это такое, какая-то возвышенность. У него голова торчит. Актер выходит, и бывает такое ощущение, что он так бывает, что забыл текст. А этот человек просто начинает ему подсказывать по ходу, чтобы выправить. Ну сейчас у нас, по-моему, суфлеров нет, как бы таких, раньше это было. Я как тренер сейчас суфлер такой, глаза подними, руки, глаза, елки-палки. Ну представляете, тренеру все время одно и то же. Ну что устаешь это самое. Я вам еще раз условия говорю такие. То есть вы сразу смотрите на цель, поставили руки, дальше начинаете там работать ногами, потом включаете руки. И все сочетание это выполняете. И поддерживаете, чтобы вы рисовали. Вы начинаете просто бить, и в это время у вас треснут. Нормальный боксер, он сразу вас выключит. Давай. Речь руки бросать.
Машина, машина уже. Тихо. Лазвалька лучше всех. Зачем ты это делаешь? Это просто идешь удар, идешь. Лазвалка. Он хитрый. Быстрее, перебирай. Артем, молодец. Что ты без антенны? Ответ как без антенны. Какое, четвертое? Да. Давай. Что тут клеточки, я не знаю, но... Да, что тут клеточки, это нельзя делать упражнение? Без... Да.
Лопнув. Так кручує ти зараз на лінію, коли це нагадує. Тягучино. Що ти тягнеш? Бросай просто, бросай, бросай. Обрані руки. Ты не поверишь, мне иначе человек показывает все, что ты... Ваня делает, что ты поперствовал?
Это техника безопасности называется. Вот здесь сейчас гантель треснет, и виноват будет тренер, что не поймал гантель в голову. Так, вот Коля, руки держи, я еще раз буду. Ну, скажи, как вы? Да, какая? Что ты делаешь? На скачке. Что это на скачке? На крючке, а не на скачке. Это ерунда какая-то не показывает. Показывай, что это хорошо делается, а не то, что ты не умеешь. При том упражнение какую-то пародию. 5. Ну и что нам делать? С такой же скоростью делать еще. Ты же показал. Что вообще на то? Боковой этаж отсюда. С другой стороны зашел отсюда. Да, быстро прижанул отсюда. Быстро прижанул отсюда. На скачке. Линей удар. Я все? Да. Ой. Кто он застал? Тёма. Вы что? Андрей. Два раза. Два раза нужно. Все, забрал. Кто стрелял? Посмотрите, вариант, как это делать. Вы отходите ногу, а это ногой дык-дык, два раза я посадку. То есть отвели, потому что в прыжке два раза ударит. Дык-дык. Да, вот я получаю. Да, после этого бить. Артём, сколько это всё? Нет. Отели положим. Саня, как голова? После Челзыка уже прошла? Ты нормально, она не болит. Я по всем другому. Что же интересно? А? Подстрахируйте меня. Где я уж? Я уже залез просто. Поставил так неудобно. Не, он никакой пресс, он сейчас ноги будет развивать с ними. Потом... Разобрались перед зеркалом, не будем ждать. Противоположность своей стойки. Передвижение вперед-назад.